Рассмотрим, как добавлять элемент файл в нашу тему. Заходим на меню курса, темы точнее. Нажимаем кнопку «Добавить элемент». Ищем в меню «Файл» и нажимаем кнопку «Добавить». Перед нами открылось меню. Даем название файлу. Например, если мы загружаем PDF-файл с книгой, то можно написать «Книга к теме 1». Описание файла делать не обязательно, но если вы захотите, вы можете коротко описать, что из себя представляет этот файл. И также вы можете нажать кнопку «Отобразить описание», и оно появится в меню темы. В этом разделе мы выбираем файл. Можно перетащить файлы прямо с рабочего стола или из папки. Можно добавить через кнопку «Загрузить файл». И выбираем файл, тот, который нам нужен с компьютера. Нажимаем на кнопку «Загрузить файл». Если файл тяжелый, загрузки иногда требуют довольно много времени. Мы видим, что наш файл добавлен. Файлы можно добавлять разного разрешения. Это может быть и видео, и картинки, и PDF, Word-овские файлы. И теперь мы нажимаем «Сохранить» и «Вернуться к курсу». Мы видим, в нашем меню появился файл. В данном случае он имеет такое отображение, потому что у меня загружен PDF-файл. Если бы у меня был загружен файл другого разрешения или формата, здесь стоял бы другой значок. Элемент файла вам пригодится при загрузке тематического плана, а также при загрузке дополнительных материалов, книг, картинок или видео. Когда студент нажмет на этот файл, он откроется в виде ссылки в новой строке. Вот так.